Привет, привет тебе. С возвращением. Спасибо. Уж я добился, блядь, за тебя. Поднимал интернет. Говорю, что ж вы, сволочи, творите? Все эти тренера. Ну, это каратист, тебе был предан. Ну, усатый, как его зовут? Палыч, он занимается. Я Гакову Татьяну говорю, что ж вы не можете, блядь, за него заступиться? Там чуть другое. Чуть другое. Там, понятно. Это ж люди с ума чуть не сошли. В Никольском кольце, как написали про тебя. Помогли. Сволочи. А? Поддержали, говорю, тут письма не там. Уехал я эти сволочи. Там у Никольского у тебя статья. Что мячик она поднял. И скользнула рука по груди. Стоял рядом, да. За эту грудь. Скользанула. Всем оле. Шесть дали. Ты все шесть сидел, да? Ужас какой. Как было, как будто это недавно было. Ну, нормально, так. В смысле, все и там, все. Все ну, друзья твои переживали, я все спрашивал, когда, что. Тебя и там знают тоже, Смоленский. Смоленский, да? Ну да, что ладно. Ничего не могли. Поделать ни в суде, ни кто. Нет, там уже это. Там сказали, я же работал еще полтора года. Я уже забыл. Вот какие-то там деньги замешаны были или нет? Ну, так, потом как-нибудь скажут, да, там надо было. Жизнь тяжелейшая. Больше всего радовался этот Алексей Андреев. Вот тут приехали они, ну, радовался. Посадили сорока. Радовался. Говорю, радоваться не надо, плакать надо, говорю. Как у меня автобус украли. Оборотни. Оборотни, так? Ну это наркоман. Нет, менты украли. 90-е. Да, Ерофеев. Украли. Говорю, тут радоваться, это второй же такой же горе, такого же плана в этом городе. Я тебе знаешь, что я скажу, все под Богом ходят, и все будет. Ну, под Богом, видишь? Вся нервная не может ступиться, никто стреляет. Там же такой о тебе шал поднялся в интернете. Послушай на Ярцева, что там творилось. Сколько там о тебе тысячи реплик, размышлений было, как спасти. Или не надо спасти. Ну, я тебе знаешь, что скажу. Короче, писали это, пусть говорят, когда еще был молод. Никуда не пробьешь. Потому пробьет. Что неинтересная тема. Ну, там как-то они нажимают, и что. А там уже не одна такая была. Дед один тоже там, ну, когда там прыгаешь через козла, он тоже поддерживает, например. И тоже. И там весь поселок за него стал, а он ему 70 лет. Деду, ну, какой он, говорит. И вот такие темы уже там за были. За ребенка. Да, были. А я тут какой-то врач был тебе тоже. Вы слышите, что творится? Это как же нам туда с детьми быть? Да. Как их слушать? Да. Терапевтам. Если напишут заявление, все. Терапевтам. Вот мне сейчас будет ребенок тонуть, я не полезу. Ужас какой. Нет, через дорогу переводить, мне нельзя брать за руку. Ну, я, уж. То есть, 18 лет, пожалуйста. Да, не. Я. Так что. Это положение, ужасное, но. Положение. Всех равняют под этих педофилов, вот которые у нас были. Тимошкова, блядь, Тофики. Вот. Вся зона шумела. Где, Михалыч, ты сидишь, а где, блядь, эти? Тут же они детей носили. Да, да, да. Слышал, да? Ну как же. Погиб этот Северин. Да, да, инфаркт. Тофик. Да. Уехал в Индию. Да, где-то там. Юрка бухал, Димка Сатан, газет, Сигма. В газетах они писали. Ну, ничего. Там миллионы сразу приехали писать. Ужас. Ну я так пойду шуму. Какая жизнь. Хоть живой вышел ты отсюда. Это ужасно. Надо здоровье поверить. Россия. О, Россия. Какая Россия. А мы Россию любим. Суды несправедливые и все это.